так вот вышли погулять по городу. Так здесь красиво стоит, много-много горшков. Сейчас, конечно, зелени нет, но когда здесь все зацветет, это будет вообще просто шикарно. Вся зелень в горшках. Очень красиво. Прям один к другому горшок, потому что здесь асфальт, сажать-то некуда. Идем по чуныпу. Решили сегодня погулять. Плюс 8 градусов. Даже не знаю, какое сегодня число. По-моему, 11 января. Очень-очень тепло. Машина чистая. Очень здорово. Зашли в банк поменять доллары. Вот такой интересный. Тоже берешь чек с номером. И вот наверху высвечиваются номера. Дойдешь потом к кассе, поменяют доллары. Наверное, я так думаю. Не знаю, первый раз. Вот такой банк небольшой. Вот в центре города я, Чуныпа. Это центральная улица. Магазины. Банки здесь. А мои пошли в банк мани-мани менять. Доллары на воны. Все местные. Все едут аккуратно. Вот мотоцикл, наверное, какая-то доставка. Дяденький стоит. Не знаю, какая история. Вот такие же магазины, в принципе. Так, ох, гонит так, поехали. Быстро гоняет. Как у нас мотоциклисты. Велосипедная парковка. Вот магазин. Народ так не очень много, спокойно все. Скидки тоже везде. Разные скидки. Но большинство пожилых людей ходят в нем. Сумочками все. Ходили по магазинам. Мальчику нашему купили красивые ботинки. У него завтра день рождения. А дочке купили вот такое пальто и сапоги на ней. Утеплили. Все довольны и счастливы. Всем привет! Вы на канале Теща корейского зяти. Сегодня у меня такой домашний влог. Небольшой, короткий. Это один день. Встали, позавтракали. Приготовила всем яичницу с пшенной кашей. Была у меня пшенная каша с курочкой. Отварена еще. Что-то никто... Ну, не то, что... Не доели. Я выбрасывать не стала, естественно. Она вкусная. Сегодня просто это все разжарила. Вывалила туда, разбила туда яички. Не перемешивала, просто глазками. В общем, очень вкусно получилось. Сверху лучок латук посыпала. Великолепно. Что-то как-то не догадалась снять. И вот только сейчас думаю, чего бы нет, давай-ка я сниму. Вот, так что посмотрим, как прошел дальше мой день. Сегодня занимаемся домашними делами. Решила пожарить картошечку. Вот такая вкусная картошечка у меня получилась. Вся
прожаренная. Очень мы такую любим. На большом огне, в большом количестве. Ну, здесь оливкового масла. Картошка получается мягкая и замечательная. Так, и очень мне нравится вот так, когда две раковины. Очень удобно, прям очень удобно. Что, сделал еще такой салатик. Капуста, перец, помидорки, лук, латук, по-моему, огурец. Капусту изрезала всю, потому что, чтобы она не пропала, вот порезала. И решила оставить на завтра еще остатки салата. Сюда еще добавила соль, песок, оливковое масло и уксус. Какой-то местный из пшеницы. Вот, решили с картошечкой съесть. Вот мы привозили селедочку. Там еще сейчас баночку вторую откроем. И черный бородинский хлебушек. Что еще сегодня делали? Пойдемте со мной посмотрим. А это наша детвора тут валяется. Играется, мутузится. Сегодня еще стирала белье. Научилась пользоваться вот этой вот машиной огромной. Агрегат такой. Все очень просто. Закладываешь туда белье, нажимаешь сначала одну кнопку, потом вторую. Что тут написано, я не знаю. Но, в общем, все выстирали. И что мне нравится, так это то, что вся вода из машинки сливается прямо вот сюда на пол. Заодно и пол помоешь, заодно и швабру я тут промываю. Очень удобно. Когда вода сливается, я начинаю вот так вот шваброй все тут мыть. И швабра сама стирается в мыльном порошке. А потом, когда уже полоскается, то прополаскиваю швабру обычной водой. Потому что за воду здесь, ну, платим, как и в Москве, по кубометрам. Поэтому я не знаю, сколько здесь что стоит. Тут как-то, по-моему, раз в 3 месяца не оплачивают. Ну, в общем, это очень удобно. Во-первых, экономится вода. Во-вторых, пол помоешь и швабру помоешь. Просто замечательно. Еще к нам приехал вот такой кокосик наш. Прекрасный мальчик, такой красавчик. Пойдем сейчас со мной на крышу снимать белье. Посмотрим. Мы сегодня стирали, вешали. Посмотрим, что там получилось. Ну что, ребят, пойдемте снимать белье. Взяла вот тазик. В общем, я здесь уже привыкла, что хочу сказать. Уже когда знаешь, что, чего и как, уже я не жду дочку. Встаю сама, могу и стирку затеять, и убраться, и полы помыть. Вот она, половина мафии, как дочка называет своих собак, мафия. Половина мафии у нас рванула наверх. Смотрите, какая здесь красивая погода. Сегодня 13 января. Дочка страдает, что нет снега. Обычно в январе уже снег выпадает. Но я смеюсь и говорю, что это специально для нас. Потому что я совсем не хочу снега. Нам в пятницу возвращаться в Москву, и там снег, вот эта грязюка, мазюка. Совсем я не хочу. Так, вот у нас настирано белье. Настирали много сегодня. Там две стирки сегодня затеяла. Собачье покрывало стирала. Одеяло их, которые они записывали. Вот тут, ну что, Черри, Терешенька моя, будешь бегать? Так, сейчас посмотрю, если все высохло на ветру, но все равно буду все снимать, потому что вот уже практически вот это все сухое, это пододеяльники, а вот толстые вещи, конечно, не просохли, потому что я поздновато вот это затеяла. Ну, не поздновато, но, в общем-то, ближе к вечеру, во второй половине дня, хотя вот эта кофточка уже высохла. То, что не высохло, я все равно сейчас все сниму. И внизу на сушилке сделаю. И вот собаки резвятся. В общем, мне здесь очень нравится. Мне нравится эта крыша, что здесь можно все повесить. Как на балконе, только большой такой балкон. Какие-то лопаты лежат. Но здесь и хозяйка, которая сдала в аренду. Так, идите-ка сюда ко мне. Кокос, иди ко мне, мой. Умничка мой. Иди сюда, мой мальчик. Не хочешь? Иди скорее, умничка мой. Тихо, не свали меня. Они здесь круги нарезают, как Настя сказала. Кто-то плохо фокусируется. То есть собаки здесь носятся, как на прогулке. Любят они. А черешни, конечно, ой, такая оторва, по-другому не скажу. Все-то ей везде надо. Кокосик вот спокойный. Манго продолжает гостить у, по-моему, у друга Джунхуна. Что, уже сюда примчала? Ну, побегайте, постою с вами. Немножко.
Что ж такое? Почему-то фокус падает. Не понимаю, в чем дело. Сейчас набесится тут. Пока буду снимать белье, пускай бесится. А потом пойдем. Будем менять с вами газовый баллон. У меня закончился газ. Как только я приготовила картошку, пожарила, и газ закончился. Смотрите, уже месяц какой на небе. Хотела показать вам самолет. Здесь самолеты много летают. Много самолетов летает здесь вот над нами. И вот поскольку уже чего-то там 4 часа 5, уже начинает иллюминация везде включаться. Кстати, вот не знаю, что это такое. Это обозначение, наверное, что-то с электрикой связано. Там красиво уже зажигается иллюминация дальше. В общем, скажу я вам, что мне здесь очень нравится, и не хочется мне возвращаться, и не хочется мне на работу. Вообще, мне нравится заниматься домашними делами. Все-таки я уже вышла на пенсию. Поработала. Наверное, может быть, мне надо уходить на пенсию совсем. Ну, там наша машинка беленькая стоит. Как-то нравится мне заниматься бытом. Может быть, кто-то, конечно, возможно, и многие предпочитают заниматься, ну, уходить на работу, быть востребованным. Но мне как-то вот хочется помогать семье. Хочется уже жить так, как хочется, я скажу так. Не хочу ходить на работу. Эту плохую погоду зимнюю, слякотную, вставать рано утром. Ох, что собаки творят. Ох, кокос, что ты творишь. Ох, что вы творите. Да фокус-то мой пляшет, не пойму я никак. Ох, что вы творите, озорники. Так что вот, мысли у меня в голове, конечно, разные. Про работу и про неработу. Про то, что детям надо как-то помочь. Хотя, если мы сядем на пенсию, то денег, сами понимаете, с гулькин нос. И вообще, муж еще не на пенсии. Ему еще 3 года до этой пенсии пахать. Но тоже, уже водителем не хочет работать. Уже заработал себе гипертоническую болезнь на этой работе. Поэтому, не знаю, буду думать. Мыслей в голове много. Все как-то пока что неупорядочно, хаотично. Так что вот. Ну что ж, спускаемся, развешиваем белье, меняем газ. Надо подогреть суп на первое. Да, будем обедать. Белье все сняла. Сейчас понесу вниз и развешу там внизу. Там теплее. Быстро все должно высохнуть. Мафия! Кокос, Черри, пошли домой. Домой быстренько со мной. Идите сюда, пошли. Молодцы мои умники. Ну вот, белье развесила. Там, правда, у них есть еще высокая сушилка, намного больше. Но я что-то схватила первую. Но все равно у меня все уместилось. Так что пол здесь теплый, обогрев есть. Все будет тепло, хорошо. Теперь будем менять газ. Пойдемте менять газ. Так, ни разу я этого не делала. Сейчас попробую сама с этим справиться. Упс. Так, посмотрим. Что-то поднимается как-то или нет? Ага, вот так просто вытащила и все. Так. Это новый газ. Сейчас попробую. Плиту что ли помыть? Наверное, или это заржавело уже. Тоже плита старая. Чуть забыла, как сделать. Наверное, вот следуя инструкции, надо вверх вот это все щелкнуло. Закрылось. И сейчас попробуем. Ага, газ есть. Ура! Сейчас буду греть суп. Ну что ж, суп греется. Огонечек горит. Убавим. Съедим горохового супчика, картошечки. Так, таз на место. И сейчас... Ой, будем обедать. Ну что ж, всем пока-пока. До новых встреч.